Чувствуете, холодает. Холодает, причем так, что палец на моей перчатке рвется все больше. Мы едем на север сейчас, в данный момент, потому что мы едем вдоль реки. И дорога проложена тоже вдоль реки. Ну и вследствие этого она петляет как хочет. И вот до этого мы ехали на юг еще километра полтора назад. Теперь повернули на север. Потом будет еще один такой же поворот на юг. Ну и около 30 километров осталось до городка. А проехали мы уже 50. Холодно, сыро. Фотки получаются не очень качественные. Говорить, собственно, не о чем.